эти люди. Мы так долго находились в этом белом клубе, мы все-таки не смогли до конца дослушать, как ребята там играли рок и читали рэп-пак. А почему они потом все голосят? Ведь мы бы вроде пробивали самый первый ряд. Мы думали, мы все успеем, но в час ночи они еще не закончили, типа мост не закончили. Мы не смогли, мы просто бежали на метро. Мы думали, носим наш брат, блин, реально бро. И что он все сделает так, чтобы мы успели? Какого хрена так не оказалось на деле? И эта схема проста, каждый раз, когда из зала я слышу, что чьи-то уста произносят незнакомые звуки, начинается фриз. И именно поэтому славится данный артист таким вот отношением к публике по три часа. Он нам доказывает, что у рэпа не попса. Сегодня, в принципе, ребят вообще не исключение. Кто